Доброе утро всем. В общем, муж никуда не свалил и говорит: хочешь, пойдем типа позавтракаем где-нибудь. Ну, я так посмотрела, говорю: ну ладно, пойдем. Потом мы с Чарли погуляем где-нибудь, надо в аптеку заехать. Вот. Так что идем где-нибудь завтракать на моей тачуле. Кстати, тут этот сосед такой, это Чарли Минга мама, любезный, скажем так, сидел вон там на стульчике ночью вчера, отдыхал. Я подъезжаю, и он такой мне это типа опарковал, до какого места я могла ехать. Чарли Минга. То есть некоторые бы, да, ну это его гараж, могли бы повозмущаться или что. Бинга, сейчас пойдем гулять. А этот наоборот, да, говорит, здесь никому не мешаете, оставляйте машину. В общем, мы едем завтракать. Правда, я еще не знаю, что бы мне позавтракать, но придумаю. Мой завтрак с помидорами, кофе, там, чурос. И такая. Таком мы барчик-ресторанчик покушали, позавтракали. Это друг здесь, в общем, открыл. И мы туда пошли лопать. Сегодня день святых в Испании. Анна и Хуакин. Хуакин, не знаю, как перевести. Если не забуду, потом переведу. Вот. И у нас в семье есть много Анн. И Хуакин есть. Вот. И поэтому на даче, там вот, где мы вчера пытались добраться, вот, прибраться, но никого не было. Сестра будет, ее как раз дочку зовут Анна. Сестра будет готовить. И как они называются, такие, как... Опять Чарли выбежал туда, посмотрите. Я тут, он там. Где хочет, там и ходит. Пончики. Она делает пончики, но они не совсем как бы на пончики похожи, с шоколадом. И, в общем, говорит, кто хочет, приходите, мы будем там. И вот, может быть, сегодня вечером наведаемся. Вот. Потому что они здесь как-то день рождения не отмечают, зато хорошо отмечают, ну, день святых, своих святых. Там собаки большие, их тренирует овчарка. Овчарка и Юрсай, по-моему. Ну, вы поняли, да, что мы в своем парке любимом. Сейчас заехали к родственникам тоже. Они все собираются туда идти. Так что народу там что-то, наверное, дохрена будет. Выйду я отсюда, потому что овчарка, ну его нафиг. Тут вот тенечка нету, на солнышке жарко. Время 12 час, представляете? Из дома 9:30 выехали. Пока одних проведали, других проведали. Позавтракали. А сейчас уже пора и пиво поехать пить. С тапами. Или не знаю, что будем делать. В общем, гулять. А может быть, и никуда не поедем. После обеда разморимся, неохота будет никуда ехать. Как всегда. Планы грандиозные. А потом лень такая вот на тебя находит. И все. И все желание куда-то пропадает. Так, мы приехали вот в ресторан. Смотрите, La Cumbre называется. Там вот Алтувия проходит в Малагу. Там вдалеке море. В общем, где-то в горах. Мы сегодня на пляже много народу, приехали сюда. Вот такой барчик. Там вот столы, здесь мясо специализируется. Мясо. Ну, кемат, да? Нам пока принесли помидоры с чесноком и с маслом оливковым. Но мы заказали там платаль бухаренью. Это вот. Сейчас покажу вам, что там будет. Пока едим помидоры. Типа салат такой. Вот что называется тарелка. Это вообще огромная. Колбаска кровяная. Пару яиц. Картошка. Хамон. И вот эта луканица. Тоже вкусненькая. В общем, вот так вот. Мы их кушаем. Вот так мы справились с этой тарелкой. Кстати, до этого мы съели еще тапу. Такую курицу. И он показывал остатки сладких. Вот эта тарелка стоит 12 евро. Чайник закипает.
Что-то захотелось кофейку глотануть с шоколадочкой. У меня вспомнила, что в холодильнике лежит шоколадка. Мне кажется, будет очень вкусно. Вам так тоже кажется? Молочный. Шоколад молочный. Почему почему-то открыто две шоколадки. Не знаю почему. Вот. И ничем не занимаемся. Просто тупо лежу в Ютубе, ковыряюсь. Представляете? Сейчас, наверное, сериальчик какой-нибудь посмотрю. А что еще делать в воскресенье? Нечем не заняться. Не знаю даже уже. Уже какого-то желания куда-то ехать особого нету. К родственникам. Может быть, чуть попозже придет это желание. Но пока нет. Будем ждать. Это может быть как аппетит приходит во время еды. Хотя у меня, знаете, мой аппетит, его не нужно ждать. Он всегда приходит. Когда надо, когда не надо. Точнее, он всегда присутствует. Этот аппетит. Я всегда жрать хочу. Ой, блин, у вас тоже такое бывает? Или нет? Я, знаете, как делаю кофе? Половина без кофеина, половина с кофеином. Чтоб такое оно было. Как бы... Ой, ветерок такой хороший. Дует. Прекрасно, прекрасно. Вот, чтобы и не сильно кофеиновый был напиток, но и спать так не хотелось. В общем, так. Без сахара, естественно. Какой сахар, если шоколадка? Шоколад. Я вообще шоколад не очень люблю. Вот, как бы, если выбирать между пироженкой и шоколадом, я выберу пироженку. Но вот сейчас пироженки нету, и слава богу. Зато есть печеньки там. Но я печеньки, знаете, очень не люблю. Еще из Икеи есть печеньки, вафли какие-то. Но я как-то и печеньки вот тоже не особо люблю. Я люблю вот что, что вот такое вот с кремом, чтобы такое вот все было пропитанное. Блин. Все, будем молчать об этом. Пошла кофе пить. В итоге едем посмотреть, что там и как, чем они занимаются, родственники. Говорят, там будет много народа. Попробую поснимать вам всю нашу огромную семью. Вот, Чарли дома оставлю, потому что он очень нервничает, когда много народу. И все на него там начинают привлекать много внимания, и вообще... Нервы на него становятся, поэтому оставила его дома. Потом прогуляюсь с ним, когда приеду. Прогуляюсь тут около дома и все. Так что он сегодня утром хорошо погулял. Так что не переключайтесь. Слышите, сколько там народу сегодня? Давайте подглядывать. Там все в бассейне, я за ними подглядываю. Калерика и дом? А, мира, мира, мира. Vamos rápido, más rápido. Vamos a frenar ahora sin correr mucho, ¿vale? Покажу вам немного, так они развлекаются в бассейне. Смотрите, я тут была много раз. Слышите, как цукаты поют? Цукаты или кто-нибудь там, цикаты? Вон там апельсины набирали. Тут вот. Там я работаю наверху. Лимоны. И игос, и инжир. Тоже много есть инжира. Все тут убрали, все цивильно. Ой, смотрите, он уже прям падает, инжир. Сестра сейчас сказала, что они это уже набрали и полопали целую тарелку. А я что-то не вижу здесь ни одного спелого. А, вон он высоко. Там есть... Ну, естественно, они... Пониже-то где? Собрали. Это мандарины. Лимоны. Оливки. Вай! Ты ко мне пришел? Вай! Это вай. Вай! Они там, в общем, тусят. Тут родственники, друзья, родственников все на свете. Все вот в этой вот бассейне.
все вместе. Очень весело им там. Весело, весело. Да, это вот они на этот год сделали такой вот бассейн, поставили, потому что на пляже сейчас же как бы опасно, у всех дети маленькие. И вот они здесь сейчас тусуются. А вчера, видимо, не тусовались. Мы сейчас все спрашиваем, где это, где находится. Пончики, пончики нам давайте. Лимоны. Смотрите, какая красота. Здесь варят зелье, шоколад. Шоколад. Чоколады. На этом. Газ. Как это, кухня полевая. И вот так вот варят шоколад. Такое покупное молоко и какой-то порошок. Смотрите, как едят такие вот эти. Шоколад. Все по-домашнему, все по-семейному. Мы уже приехали домой. Села Чарли, иду гулять. Дойду до фармации. До аптеки. У нас там есть аптека. Сегодня не по полям, нигде не пойду. Вот. До аптеки дойду, он там как раз далеко находится от нашего парка. В парке прогуляюсь, как раз уже так, знаете, к закату. День близится, оттуда вот как-то небо начинает хмуриться, но это, как местные говорят, еще больше жаре. У нас завтра еще больше повышается температура. Я говорю, куда еще больше-то? Вообще почти вся Испания будет выше 40 градусов, представляете? Но это говорят 40, а там все 50 будет. В общем, да, как-то так прорвемся. Вообще в этом году лето очень классное. Вот именно, чтобы сидеть на пляже и загорать. Но, видите, все не так просто с этим дурацким вирусом. Ну, будем надеяться, что в следующем году, как говорится, вдвое отдохнем. На ум только одна песня приходит. Таю, таю, таю на губах. Оксаночка, как снежинка таю. Вот если бы я по правде таяла, и все, это было бы не вода, а жиры, было бы зашибись. Вот у меня такая вот не проблема, а как особенность, наверное, да, что я нормально жару переношу, но мне очень потно. Прям из меня вода льется. Я вот мокро иду. В душ сейчас пойду. Так, надо мне поужинать. А, кстати, я привезла. Я не ела вот эти вот пончики, которые сестра делала. Ну, они там шоколадом пили. Это было очень, конечно, вкусно, но супер калорийно. Я не стала есть, но я с собой взяла. Я же не дурочка. Я говорю, завтра на завтрак мне, пожалуйста, будьте добры. И вот я в салфетку
завернула. Это не совсем такие пончики, они вот смотрите в сахарной глазури. Это не пончики, это они такие вот рассыпчатые, какая-то масса особенная. Это испанский какой-то рецепт. Вот. Раньше они мне не нравились, потому что какую-то травку, я вам много раз говорю, какую-то приправу имеют. Здесь вот это вот все сладкое, имеют какие-то приправы, не знаю какие. А сейчас что, во вкус вхожу. Вы как увидели по мне, я вот, так как потеешь, кожа сохнет, надо обязательно, несмотря на то, что потеешь, и кажется, что кожа увлажнена, но на самом деле это все наоборот. Кожа теряет влагу, и надо ее увлажнять. Увлажняем. Все, друзья, нарежу себе хлебушка. Ой, я вас в шкафчик положила. И буду с вами прощаться. Хлебушка, сказала. Арбузика. Нарежу себе арбузика, поужинаю, а с вами буду прощаться. Всего самого наилучшего и всем вам пока-пока.